Всем привет, ребята! И по названию видеоролика, и вообще на мои намеки возобновляется рубрика «Рисование». Итак, я выбрала вчера, устроила опрос в сообществе, выбрала трех персонажей-блогеров: Брайан Мапс, Пеннивайз и Гарри Поттер. Я вообще думала, что все проголосуют за Брайан Мапса, как бы такой крутой видеоблогер, столько миллионов подписчиков. Но вы проголосовали больше всего за Гарри Поттера, потом Брайан Мапс, а потом Пеннивайз. Поэтому в этом видеоролике я попытаюсь нарисовать Гарри Поттера. Приятного всем просмотра! Гарри Джеймс Поттер. Главный герой сериала «Гарри Поттер». Большинство сюжетов книг охватывает 7 лет в жизни сироты Поттера, который в 11-й день рождения узнает, что он волшебник. Гарри Поттер – сын Джеймса и Лили Поттеров, активных противников самого сильного темного мага 20-го столетия Волан-де-Морт. Гарри Поттер – сын Джеймса и Лили Поттеров, активных противников самого сильного темного мага 20-го столетия Волдеморта. Когда Гарри было чуть больше года, Волдеморт пришел домой к его родителям и убил их. Он попытался убить и самого Гарри, но смертельное проклятие Авада Кедавра отскочило от младенца, оставив у него на лбу магический шрам в виде молнии. Отскочившее проклятие практически убило самого Волдеморта. Магическое сообщество было уверено, что Волдеморт погиб не совсем, и юного Гарри Поттера славили как спасителя всего магического мира, героя.